27 августа, 17 год, Харьков, Фельдман Экопарк, окружная Харькова, зоопарк, бесплатный, бесплатно нас заставили, бесплатный уход, 12.09 по Киеву, вон окружная для ориентира, автобус отправляется от станции метро Героев Труда, от станции метро Проспект Победы и от станции метро Газпром с частотой 15-30 минут. Так, и вот схемка Фельдман Экопарка. Центр раннего развития, город мастеров, конный комплекс, пляж. Сколько раз я здесь был, до пляжа еще не добирался ни разу. Клевая рыбалка, беседка для... мангальная зона даже есть. Домик лебедей, домик оленей. Ну и тут бары, полевые каши, администрация. Ладно, машинка. Ява. Ну, конечно, основное здесь это зоопарк, но на машинке тоже посмотреть приятно. Особенно на горбатенький Запорожец. Так. Украина — единая краина, прапоры областей Украины. Ну, это, я думаю, можно вскользь посмотреть. Поехали. А что тут катаются? А тут что катаются? Ну что, приготовились, и 3, 2, 1, поехали! Да, вот это красиво. Какие все шустрые, ребята, твои огромные молодцы. Теперь давайте обратно, обратно приезжаем. Не уходишь, да? Наши друзья. Наши друзья. Не, спасибо. Опа, а вот и начало зоопарка. Ты видишь? Да нет, не надо. А вы что, сами куда-то пойдете? А в зоопарк не пойдешь? Что, на Львов не будешь смотреть? Курить нельзя, пить нельзя, смотреть можно. Хорошо.
Котики, собачки. Ну хоть не храпит, это хорошо. Ничего не надо, да? Сурикат. Кто-то вырвался на свободу, да? Мама родная, как на Лаврова похож. Так, а что дальше? Вон он наш красавец. Королевский белый. Боже мой, какая красота. Бенгальский. Какой красавец. Вообще не видать, да? Отдыхает бедолажка от надоедливых. Вон он. Ухом. Повел, ну ладно. Будем знать, где он, может, еще. Вот тут два таких дела.